После автобусного завода Игорь Холманских и Олег Богомолов посетили ведущее предприятие по производству медицинских препаратов «Синдес». По объемам производства комбинат входит в тройку лидеров отечественной фарм-индустрии, ежегодно выпуская продукции на сумму до 4 миллиардов рублей. На предприятии трудится почти 4 тысячи человек. Основной объем номенклатуры составляют готовые лекарственные формы, которые комбинат производит исключительно из субстанций собственного производства или субстанций, одобренных поставщиков. Продукция производится в помещениях, соответствующих международным требованиям. Всего комбинат производит более 250 наименований лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Игорь Холманских осмотрел цеха, в которых производятся растворы, инъекционные препараты, таблетки и капсулы.